Человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца. Ловите ее. Нихуя! Да ну нахуй! Я блин в рот! Пиздец, граждане! Я! Балконы! Балконы! Ого, аниме. Я сцену снимаю. Ё-моё, арбузов. Охуел морковью разбрасываться. У тебя нету даже огорода. Добрый, да. Не молчите, да! Разочарование — это величайший дар, который я могу дать тебе. Однако, учитывая твою привязанность к иллюзиям, братан, тебя ты считаешь этот термин негативным. Долбоёб! Ты выражаешь соболезнования другу. Я ж тебе говорю, я твою мать ебал! Каким же разочарованием ты мне обратно ничего сказать не можешь, это ты, сука, ёбаное очко, блядь! Что ты пиздишь? Быкуешь, да? Давай! Ты хоть кошельки держать умеешь, а не долбоёб! Блядь, хорошо, что это сундуки у тебя остались наверху, выбить вообще. Эй, проститутка, говори по-русски и... Человек яйца. Такое бывает, чтобы у женщины стало крыто. Мы свои какашки дружно поливаем. Вот как мы сегодня убийцам помогаем. Хочу кусать говно. Внимание! Мама пришла. Ну что, дядь Толик, будем стричься? Человек яйца.
ты не хочешь слышать, как ветер мое сердце колышет. Мою подругу и сестренок, всю мою семью. Каждый день я встаю и песенку пою про самую лучшую мамочку мою. Мамочка моя милая, самая красивая, нежная, любимая, мамочка моя. Это я, твоя мама, звоню. Вся, блин, извелась, ты прямо на корню. Как ты там, мой ребенок дорогой? Абэмма, блядь, нахуй, блядь, сука, абэмма, блядь, блядь, абэмма, ёбаный. А тогда надо... О, грибы. Это грибы. О, нет, ну, блядь. Привет, мне не важно, кто ты, эстет, фетишист или искушенный извращенец. Я вычислю это уже через пару минут после общения с тобой и смогу предложить ванильные встречи или хард-практики. Ты должен упасть к моим ногам и быть готов к тому, что я предложу тебе. Возможно, это будет порка или унижение, фуд-фетиш, фейс-ситинг или золотой дождь. Я могу связать тебя и заставить полностью подчиняться мне. Ты должен знать, на что идешь. Я раздавил бы тебя трактором, но я боюсь тюремных факторов. Прощай навеки, недалекая. Сама подохнешь. Привет всем, меня зовут Полина Спектор, а мне 15 лет, и я являюсь победительницей открытого городского турнира по большому теннису среди детей на Кубок Славы. Я очень рада, что мне удалось занять первое место, и я считаю, что теннис – это классный вид спорта, очень интересный и креативный. Школа большого тенниса «Слава». Папа,